Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto G72. И сейчас я покажу вам, как добавить фотографию к контакту. Итак, для этого мы открываем приложение телефон, далее выбираем контакты. Выбираем какой-нибудь контакт, нажимаем на него, далее нажимаем на карандашик и нажимаем «Сменить фото». Можем либо сделать фото, либо выбрать и другое фото. У нас нет ничего в галерее, поэтому нажимаем «Сделать». Делаем какую-то фотографию. Если нас в ней все устраивает, нажимаем на галочку. После чего можем ее немножко отредактировать. И нажать «Готово». После чего нажимаем «Сохранить». И таким образом мы поменяли фотографию. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.